Также Сергей Еремин сегодня прокомментировал обрушение парковки в Студгородке. Напомню, 10 июня на 2-й Огородной ввели режим ЧС техногенного характера. Земля там не муниципальная, но мэрия решила взять ситуацию в свои руки, чтобы не оставлять людей в сложной ситуации. Это нагрузило муниципальный бюджет, признал Еремин. Ведь на ремонт потратят больше 20 миллионов рублей. Его закончат ориентировочно через 2-3 недели. Все будет зависеть от погоды. Конечно, надо это все было укрепить. Поэтому сейчас будет такая каскадная система из крупного скального материала сделана, которая, по сути, обеспечит безопасность дальнейшего, эксплуатации этого склона.